Завершилась масштабная тактико-специальное учение, проведенное Республиканским оперативным штабом по управлению контртеррористическими операциями на территории Красноармейского и Цивильского районов. Учения с применением авиации и военной техники отрабатывались способы противодействия диверсионно-террористическим группам, проникшим в республику для совершения теракта. Группировка сил и средств оперативного штаба совершенствовала навыки взаимодействия в условиях, максимально приближенных к боевым. Особенностью стала высадка тактического воздушного десанта, замкнувшего кольцо блокирования учебного противника. Также отработаны задачи переброски бронетехники в заданные районы по воздуху. Применение авиации позволило повысить мобильность и огневую мощь силовой группировки. Совместными действиями подразделений специального назначения учебный противник был блокирован и уничтожен. Завершилось учение обезвреживанием взрывоопасных предметов и отработка действий следственной группы по расследованию совершенного преступления. Результаты учебной контртеррористической операции оценены положительно. Все звенья управления и личный состав действовали слаженно. Особое внимание в ходе учения уделили обеспечению безопасности жителей Красноармейского и Цивильского районов.